из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. Ну вот, мы с вами наконец-то подошли к знаменитому гумовскому туалету. Знаю, что всякие умники будут надо мной стебаться и говорить: ну ты еще туалет сделай рокерским местом. На что я всем этим умникам отвечу, что туалет — это самое главное место любой репетиционной базы, гостиничного номера и концертного зала, где рокеры репетируют, отдыхают и выступают. Хороший рокер понимает важность этого места, особенно перед выходом на сцену перед публикой. Как бы не обознаться, думает он, и тут же вспоминает об этом рокерском месте. И мы находимся в самом знаменитом месте ГУМа. Это туалет на входе с Никольской улицы. Сейчас он называется исторический туалет. Я напомню, какая тут была раньше история историческая. Здесь, несмотря на то, что туалет глубоко в подвале, здесь всегда стоял запах мочи. Ну, это такой традиционный советский запах. На вокзалах, там где жили бомжи, там всегда мочой воняло. И здесь, даже в ГУМе, на входе заходишь, запашок знаменитый. Все четко. А теперь цивилизация пришла сюда. И поэтому в туалете все как в музее. Они не просто так его назвали — исторический туалет. Сейчас пойдем и пописаем там, а вы посмотрите, как оно сейчас выглядит. Там даже запах одеколона постоянно. Все великолепно. Диванчик, все просто. Ну вот, входим в саму святая святых. И нас сразу встречает прекрасный вид, диванчик, пальмы. Мужик, рядом пальма. Ну ты что, говорит, мужика не помню, с пальмой, предстоит. А ну. Ой, хорошо. После туалета-то посидеть. И перед тоже. Я сейчас перед. Идем. И недорого, главное. Все 200 рублей. Че? Вы что, езжайте сюда, только тут и надо писать. Держи. Отстаете вы от жизни. Как-то так. Ну, вот, сразу видно, что это любитель рок-музыки, знает все четко. Какой? И понимает юмор. Спасибо. Меня с детства к рок-музыке приучили. О, с детства к рок-музыке человека приучили. А вы говорите, что здесь никто ничего не понимает в Москве. Мы все знаем. Но я же вам говорил, что рокеры здесь, в Москве и в ГУМе, везде, на каждом этаже, даже вот здесь, в этом историческом туалете. Вот, любители арии. А ну расскажите, что там ваша дочка слушает. Рок, она слушает все. Так. В этом плане у нас есть тоже маленький рок-клуб, да, куда они ходят, где они общаются. А в детстве? А в детстве она под нее ездила в машине. Под арию? Под арию. Под арию, я свободен. Очень любит, да. Я свободен. Слово птицам небеса. Да? Слово птицам небеса. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Я забыл, что значит страх. Видите, я не помню, а... Уважаемые. Я каждый день слушаю машину. О, каждый день слова. Вы говорите, рокеры тут здесь. Вы чего? Прекратите это все. Тут рокеры на каждом углу нас в Москве. Там ждет, да, Алиса. У нас Ария, Алиса, Король и Шут. У нас все. Вот поэтому ГУМ — это самое настоящее рокерское место. Подтверждаю. Как таковой туалет он воссоздан, как был в 1893 году. То есть когда это здание построили, это здание 1893 года постройки. То есть это натуральный итальянский пиленый мрамор. Зеркала по старинной технологии серебряного пыления, другой пиломбин, минимальное искажение, рамочки с усадьбой золота, старинным бронзатором. Да-да-да. Это здание наши купцы складчины построили. Сейчас я вам душ покажу. Там, как говорится, гигиена, а отсюда можно снять.
стоит 1000 рублей. Это халат, полотенце, тапочки, фен и моющие средства. Пойду теперь проверю мужскую комнату, но вас с собой не приглашаю, буду соблюдать интим. Ну что, получил и физическое, и эстетическое удовольствие, даже не знаю, что лучше. Но рок-н-ролльщики любят и то, и другое. Рок-н-ролл forever. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук.